предоставить информацию, в каких частях города требуется облагораживание фасада жилых домов с целью выхода на решение данного вопроса с регионального фонда. Сергей Николаевич. Ну, вообще мы включаем те дома, которые попадают в зону благоустройства. По большому сколько счету, таких домов? Ну, много на самом деле. Ну сколько? Количество точно не знаю. Предоставить информацию, в каких частях города требуется. И какие имеются, какое по количество? Улице Кирова и по улице Зверева все дома можно приводить фасады в соответствии с дизайн-кодом. Речь шла о чем? Речь шла о том, что сколько домов в рамках проводимых ремонтных работ на этот год, соответственно, прилегает эти территории многоквартирным домам на фасад, как я сказал, вот этот дом, на какой год фасад делается? Соответственно, какие-то из домов есть, что в этом году, вот мы делаем ремонт сейчас по всей улице, из этих домов, раз, два, три, четыре, пять, в этом году есть? Нет, хорошо. Ближайшее, это Кирова, 23, у него следующий предмет, у него 23. Ну вот мы сейчас решаем вопрос по Ленина 21, объект культурного наследия, где люди проживают, да? Мы там написали письмо на правительство, чтобы они скорректировали с учетом собрания жителей. Здесь почему так? Сколько таких домов? Сколько таких домов? Получается 4 дома. Кирова 12, Кирова 15, Кирова 19, Кирова 23. Значит, я на той неделе давал конкретную задачу. Информация, сколько домов всего, да? У меня пока информации нет. Поэтому, я еще раз попрошу, это указание обязательно для всех, поэтому в понедельник это количество должно быть.